В Житесовской области на территории сухого порта Харгос-Гэтвэй состоялось торжественное открытие второго перегрузочного терминала. Введение нового транспортного коридора в два раза увеличит мощность. Это значит, грузы с Китая будут быстрее проходить тут перегрузку и доставляться странам-партнерам. Все подробности в материале нашего корреспондента. Сухой порт, расположенный на территории Панфиловского района Житесовской области, на сегодняшний день самый крупный транспортно-логистический узел в Средней Азии. Он был открыт в 2015 году вблизи станции Алтынколь. Здешние климатические условия позволяют круглогодично производить перегруз контейнеров. Общая площадь порта 102,8 гектара. Казахстан находится на пересечении международных транзитных коридоров, является ключевым транспортным узлом при доставке товаров из Азии в Европу и так и в обратном направлении. И мы принимаем все необходимые меры для реализации политики государства по развитию транзитного потенциала нашей страны, для усиления роли компании в меняющихся условиях. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил преобразовать Казахстан Теміржолы в национальную транспортно-логистическую компанию. В настоящее время терминал сухого порта за сутки перегружает порядка 9-10 железнодорожных составов. Введение второго перегрузочного места позволит в день перерабатывать до 19-20 составов. По словам руководства компании, за последние 3 года рост обработки грузов увеличился на 25%. Поступление дохода от деятельности перегруза увеличится в целом как в нашей компании, так и в нашей головной компании КТЖ, в самом КТЖ. Также здесь будет экономическая выгода для наших партнеров, для наших клиентов, которые ожидают свой груз точки Б, да, скажем, на станции назначения. То есть будет увеличиваться скорость перегруза, соответственно, будет и скорость доставки груза до места. Это те же наши партнеры европейских стран, партнеры, которые находятся в Центральной Азии, страны Персидского залива, Каспийского региона и также по РК. Сухой порт – сложная, но эргономично сформированная структура. Изначально в его проектировании и строительстве были задействованы специалисты высокого класса. Сегодня его обслуживают опытные профессионалы. Я прежде всего хочу поблагодарить всех специалистов, которые приложили свои знания и силы на строительстве этого объекта. Сегодня мы наблюдаем исторический момент – запуск второго перегрузочного места. Поэтому я от чистого сердца поздравляю всех участников нашего мероприятия. Congratulations. Сухой порт оказывает полный спектр услуг в сфере обработки, хранения и перевалки грузов из Китая в Казахстан, страны Европейского Союза, Центральной Азии, Персидского залива и Каспийского региона. Увеличение пропускной способности компании в разы увеличивает транзит грузов через железнодорожную станцию Алтынколь. Вера Шеллер, Алия Ахмедиева, Айдар Хаджимуратов, телеканал «Атамикен Бизнес».